Общее освоение средств при плане 100 миллионов гривен в этом году уже составило 85 миллионов гривен. И до конца года мы прогнозируем освоение еще порядка 180 миллионов гривен. Сегодня практически решены все вопросы по выполнению этапов проектирования вокзального комплекса. И у нас нет сомнений в том, что если продолжать работать такими темпами, то к концу 2011 года все запланированные работы будут завершены, и вокзальный комплекс станции «Донецк» будет соответствовать всем требованиям УЕФА.